16 февраля в 19:00 в культурном центре Женева состоится очередной концерт Нарвского джаз-клуба, на котором выступит Абрахамс кафе. У нас в гостях очень интересный коллектив. Ну, во-первых, он интересен тем, что по составу приглашаю сразу любителей аккордеона, потому что в составе этой группы, кстати, группа называется «Абрахам кафе», она из Сталина, и в составе этого коллектива такие интересные инструменты, как аккордеон, кларнет, ну и, естественно, ударные, контрабас и гитара. Опять можно отметить, что в составе этой группы играет наш норветянин. Все его знают, любители музыки, по коллективу «Нарва Джаз Бэнд». Раньше он начинал там. Это Сергей Шигуров на контрабасе. Но если сказать о коллективе, коллектив достаточно молодой, ему сейчас пошел третий год, но он уже является лауреатом различных премий, участником фестивалей «Яцкар» в Таллине, участником фестивалей джазовых в Финляндии, Швеции, в других странах. И если говорить о направлении, с которым мы познакомимся, то это джазовая музыка, но с элементами будет восточной, арабской, еврейской музыки. Вот не зря здесь в этом составе кларнет. Я думаю, что любители музыки получат большое удовольствие. И поэтому еще раз приглашаю в субботу, 16 февраля в 19:00 в Нарвский джаз-клуб. До встречи!